В Ульяновске полным ходом идет подготовка к 7-му международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава». На этот раз провели осмотр гостиниц и отелей города, в которых будут размещены гости и участники. Так, например, руководство нового гостиничного комплекса «Арт Ульяновск» с легким волнением ожидают своих посетителей. Полным темпом мы стараемся достроить весь номерной фонд. В данном случае у нас сейчас работает 160 номеров, ресторан. Я думаю, что до этого времени мы запустим еще банкетный зал и второй ресторан для вечерней посадки. В целом экспертная комиссия, в которую входят специалисты транспортного обеспечения и системы безопасности, осталась удовлетворена подготовкой этой и других гостиниц к форуму, за исключением незначительных моментов, которые к Новому году обещали исправить. Осталось доделать некоторые работы по внешнему оформлению гостиниц, по отработке администрирования заявок. Собственно говоря, мы уверены, что наш гостиничный комплекс будет готов уже к началу заезда первых подготовительных групп на 100%. Всего в гостиницах будет размещено более 1500 участников. Это достаточно весомая цифра для региона. Именно поэтому в некоторых отелях завершается косметический и капитальный ремонт. Также в каждой гостинице будет выделен номер для медицинского работника. Сейчас я могу с полной уверенностью заявить о том, что город достаточно спокойно способен принять любое вашего уровня мероприятия с количеством участников 1500-2000 человек. В регионе продолжаются работы по обеспечению безопасности постояльцев. Кроме того, в скором времени откроют центральный аэропорт, который также будет принимать гостей форума. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.